при проведении аварийно-спасательных работ возникает масса нюансов, неожиданностей и сюрпризов. Конечно, в кавычках. Иногда приятных, а иногда и неприятных. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены перенести финальную часть в связи с появлением новых вводных, которые нужно обработать, устранить течь в машинном отделении. По ходу работ мы, конечно, будем вас информировать, плюс погодные условия, которые на следующие двое суток не совсем благоприятные. В связи с этим будут проводиться работы на месте, и в дальнейшем при нормальном стечении обстоятельств продолжим спасательные работы.